8 апреля системе военных комиссариатов исполнится 100 лет. Но уже сегодня ветеранов и лучших сотрудников военкоматов Чувашии чествовали в Чебоксарах во дворце тракторостроителей. В этот вечер вспомнили немало исторических фактов. Во время Великой Отечественной на территории Чувашии комиссариат сформировал несколько стрелковых дивизий и направил на фронт больше 200 тысяч человек. Каждый четвертый наш земляк удостоился награды за мужество и героизм. Республиканский военкомат всегда принимал участие в общественной жизни, вплоть до отправки подразделений на уборку урожая или борьбы с последствиями стихийных бедствий. Сегодня у него тоже немало задач. Ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи, и число уклонистов с каждым годом становится все меньше. Оказывается, поддержка кадетскому движению. Военные комиссариаты – это первая ступенька Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому мы стараемся молодых ребят ориентировать на их профессиональную подготовку, направляем по подготовке специалистов ДОСАВ, на обучение водителей. Также мы работаем с ребятами по набору на военную службу по контракту. Набираем молодых ребят, ориентируем на прохождение, на поступление в военное училище. Такие у нас ребята есть, они с удовольствием идут в военное училище, получают специальность и проходят успешно в вооруженных силах службу. В 2013 году по итогам смотра конкурса на лучшую организацию по ведению воинского учета комиссариат нашей республики занял первое место в стране. На протяжении четырех последних лет он в тройке лучших Центрального военного округа. Мы ответственно доложили ежегодно все показатели по нормативам призыва мы выполняем. Нормативы нам доводит Министерство обороны Российской Федерации. И здесь хочу выразить слова благодарности родителям, которые достойно воспитывали своих сыновей и дочерей. Хочется пожелать всем вам мира и согласия, боевого духа и дальнейшей работы в этой ответственной должности служения Отечеству.